Я думаю, может быть, ну, пробку выгрузить, еще раз поила вода. Так, а где ваш лифтинг? Я пробку поменял, но ничего ну, не поменялось. Я пробку вытаскиваю, ну, сейчас чек-то тут, я, а сейчас чек-то тут, я не понимаю. Что чекать справа? Ага. Как он светится? Я просто думал, что здесь было навантажено, а через подолжение было видно на стену. Сейчас, да, квартира? Да. Вижу. Это, наверное, это провод, да? Угу. Это у вас, да? Угу. У вас пробки таким оставить вам? Пробку оставить и автомат поставить? А насколько дороже будет, если автомат поставить? Ну, не хватит. Ну, с тем проблем, ну, в Риг же вот этот проблем не было бы, кстати, что первый раз, что полный заменил. Угу. Даже на Риг пробку поменяла. Пробуем, да? Угу. Тебя закрепить. Ну, так ты. И там, и там, и там, и там. Thank you.
Хотя... Ну, пытаюсь ему вот эту штуку снять. Она там все равно не нужна. Точно, тут нормальная еще. Никуда все равно не подключена.
проверить свет. Если нет. Не? Не? Е. Е. Что там такое? Искра нула. Тут уже у пробки скрученная фигня это. Я включил, но искра произошла. Походу. А у вас такая фигня есть еще одна пробка? А вот какая-то лежит. Такая есть, можно зараз принести. Будет что-то. Еще раз. Есть. Угу. Все туда. Якщо поспішаєте, можете їхати, розраховувати. Я не поспішаю, я не думаю. В принципі.